Рождественские заплывы моржей прошли сегодня в Берлине, Лондоне и Геленджике. Множество людей со всего мира вместо теплого дома и вкусного ужина предпочли погружение в ледяную воду. Любители зимнего плавания приехали в Геленджик со всей России. Квалификация спортсменов самая разная. Есть моржи со стажем, именитые спортсмены и новички. Обязательное условие для участия в соревнованиях – наличие шапочки Деда Мороза. Спортсменам предстояло сначала преодолеть дистанцию на время, затем поучаствовать в массовом заплыве. Победил опыт. Чемпионка России, Украины по зимнему плаванию. Поэтому это тут вообще это так. Семечки. Такие соревнования прошли в Геленджике впервые, а в Европе рождественские заплывы – давняя традиция. В Лондоне подобные старты проводятся уже почти 150 лет, а Берлинское озеро в 30-й раз принимает фестиваль моржей. Правда, в отличие от Геленджика, акцент там сделан не на спортивную, а на развлекательную составляющую. Около 40 Санта-Клаусов встречаются на этих берегах раз в год, чтобы нырнуть в прорубь. Побеждает не тот, кто быстрее, у кого наряд красивее. Вы увидите тут людей только в хорошем настроении. Все улыбаются и смеются. Особенное удовольствие получаешь, когда заплыв окончен. Залог такого настроения – хороший ужин накануне. Еда заряжает энергией.